А у нас на втором этаже на даче ласточки на балконе свили гнездо. Аккуратно, чтобы не спугнуть их. Вот они сидят. Гнездышки. Маленькие. Не шевелятся. Ну, какие красавчики. Птенчики. Уже достаточно взрослые. Все, не будем их беспокоить, а то они уже боятся. Разволновались. Красота. Красивые птички. Но если посмотреть вниз, то вот столько мы накапали, пока мы здесь живем. Молодцы. Груша скоро поспеет. Вот они летают, родители. Вокруг дома волнуются. Но мы уже спустились. Вон они там, красавчики, сидят, видите?